30 сентября – день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В парке имени Пушкина, станице Северской, провели мероприятие «Одна история, одна страна», приуроченное к памятной дате. Важное историческое событие произошло ровно 2 года назад. Жители освобожденных регионов самостоятельно и добровольно приняли решение стать частью России в ходе проведения референдумов. Это регионы, которые сделали свой выбор под огнем, регионы, которые сделали свой выбор, несмотря ни на что, несмотря на то давление, которое на них оказывалось. Конечно, они первые приняли на себя тот страшный удар, который сейчас является СВО. Они первые встретили эту войну, новую войну, на полях сражений которой проливают кровь наши сограждане, друзья, близкие. И, конечно, тем важнее их выбор, что они, которым они показали свою волю, свое желание быть вместе с нами, с Россией. В этот день мы также вспоминаем участников специальной военной операции, которые уже не вернутся домой. Память погибших героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам и мемориалу погибшим в борьбе с терроризмом.